Всем привет, с вами Пармен, и это оригами, то, что сейчас мы делаем. Сегодня мы будем делать вот такую вот коробочку, вот такую вот, вот так. Чем она помнит, не спрашивает, там все как фуфло. Значит, для этого нам понадобится вот такой вот квадратный лист. Значит, то, что нам надо сделать, смотрите, берем вот так вот, сгибаем раз, сгибаем вот так вот. Два. Значит, у нас получается вот такая вот фиготень. Теперь берем. И раскладываем вот таким вот странным образом. Я в начале к этому видео ничего не понял и решил плюнуть. Это. Вот, а теперь я умный. Я понял, как это делать. Блин, что-то я глючу, так сказать. Вот. Вот теперь мы сложили вот так вот. Так, значит, вот так вот. Далее. Вот так вот складываем. И с другой стороны делаем так же. Видите, у нас получаются такие типа крышня краба. Значит, вот мы это сделали. Что дальше? Делаем вот так вот. Вот так. То есть перекладываем сектора. Теперь делаем перегиб по горизонтали. Значит, по горизонтали. Значит, вот мы его сделали. И теперь делаем вот так. Вот так. То есть складываем края к центру. И вот так. Вот этот край мы не трогаем. Значит, дальше мы идем на эту сторону, вернее, переворачиваем наш, так сказать, будущую коробку нашу. Вот. И проделываем то же самое. Вот видите, вот так вот должен. И теперь раскладываем нашу странную коробку. Вот видите, вот такая вот там фуфло получается внизу. Я подклеиваю клеем. Читерство, так сказать. Значит, вот так вот. Вот и вот. Наша коробка готова. Осталось вот только подклеить вот эти края. Читерски. Секретно. Блин, тут шмотки всякие падают. Так, тетрадка рабочая по истории. Значит, вот открываем, берем одну, а не четыре. Кисточки я не использую. Сбалтывать не будем. Недавно сбалтывали. Вот. Раз. Идти. Как? Значит, вот. Два. Теперь самое главное вот тут вот. Вот тут. Раз. Не думайте, что мне считать только двух. По идее, это уже три. Вот тут два.
И вот тут 3. И теперь на следующей стороне делаем то же самое. Короче, берем и вот так, 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 так. Вот и все, можно сказать, наша коробочка готова. И вот теперь она готова. В нее можно положить, к примеру, другую коробку. Нет, другую не получится. Какой-нибудь там фуфло. Сейчас возьмем, ну вот, Портал-Ган наш. Еще один тут. Вот это вот. Или короче. Берем вот так вот. На. На этом все. С вами был Пауэрмен. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.